Всех очень рад вас видеть. Будет достаточно много полезной информации. Кое-какую информацию, наверное, вы до этого и сами знали, как с клиентами работать. Но часто такое бывает, что, зная какую-то информацию, мы не применяем их на практике. До того, как я пришел в UDS, в компанию, это было 7 лет назад, я работал в рекламном агентстве, и мы всегда старались как бы сделать максимальную рекламу для клиентов, чтобы привлечь к ним в бизнес новых пользователей. И вот здесь была самая главная ошибка, так как мы были рекламным агентством, нам всегда говорили, что самое главное – это привлечение клиентов, но никто не говорил, что на самом деле самое главное – это с ними работать, потому что привлечение очень дорого стоит. А удержание клиента, который у вас уже есть, по сути дела, вам может ничего не стоить и дать очень высокую конверсию. Вот давайте об этом поговорим. Использование в данный момент функционала UDS, как мы видим по статистике, это всего 20%. Люди вообще не заходят в админку, не хотят никак работать с данными, а это самая большая ошибка. Да. Не все любят работать с данными и аналитикой, но без них не обойтись, если мы хотим устранить все слабости нашего продукта и сделать его лучше. Основные метрики, которые нам нужны, это понять, какая у нас целевая аудитория и какие группы клиентов к нам ходят. Также немаловажным фактором играет роль работа с обратной связью. И вот в 80% случаев люди об этом забывают. Они все хотят, чтобы к ним пришло больше клиентов. Но как с ними в дальнейшем работать? Вроде бы понимают, но никто не хочет этого делать. Вот. И я вот выписал вот эти цитаты, их всего 3 штуки будет, потом мы перейдем уже к обзору. Я бы хотел, чтобы каждый их тоже запомнил, потому что это обязательно нужно делать. Работая с вашей базой данных, вы можете прям по каждому пользователю, по каждому сегменту разные предложения составить. Вот. Бизнес с низким показателем удержания клиентов – это как дырявое ведро. И на самом деле это тоже, ну, прям вот точное описание. Конечно, можно бесконечно лить воду, чтобы ведро оставалось полным, а можно залатать дыры. И вот здесь многие не понимают, что такое суть вообще, что значит золотая дыра и как это сделать. По статистике, привлечь нового клиента стоит в 5-25 раз дороже, больше, чем удержать существующего. И вот когда я работал в маркетинговом агентстве, в рекламном, нам всегда про это, ну, точнее, нам говорили, но говорили, что это не главное, потому что цель маркетингового агентства все-таки взять денег с клиента, чтобы запустить рекламу, а это не всегда работает эффективно. И когда мы уже стали разрабатывать здесь функционал для UDS, мы в когорту самого первого построили это работа с вашей клиентской базой, работа с тем, как его удерживать, как сделать так, чтобы клиент совершал больше покупок. Потому что если мы взглянем на статистику, она общедоступна, можете посмотреть для каждого бизнеса свою статистику, сколько приносит постоянный клиент и сколько стоит разовый покупатель. Что такое разовый покупатель? Это клиент, который зашел к вам или по рекламе, или вот он зашел в торговый центр, увидел красивую вывеску, один раз туда зашел. То есть я рассматриваю на примере того же самого ресторана, ну, где средний чек 1200 рублей. И если разовый покупатель составляет 1200 рублей, то постоянный покупатель, к которому вы относитесь лояльно, которому вы предоставляете качественный сервис, он приходит к вам постоянно. И если брать из расчета 4 покупки в год, которые совершает такой клиент, то суммарно выходит 4800 рублей в месяц. Если учесть, что этот клиент будет вам в течение 3 лет приходить, это уже 30 тысяч рублей. То есть понятное дело, что держа одного клиента, вы сможете заработать гораздо больше, чем пригласив разовых покупателей, потому что по этой логике тут, наверное, 25 раз надо пригласить новых клиентов, чтобы заработать такую же сумму за такой же период времени. И вот здесь самый главный момент. Как же это все исчленить, как это все сделать? Когда мы обратились в ресторан, я к ней подошел и говорю: сколько у тебя постоянных покупателей? На что мне ответили: у меня их больше 20 тысяч постоянных покупателей. Я говорю: ну такого не бывает. Она говорит: нет, бывает. И начинает показывать мне свою базу. Она открывает базу и говорит: вот мои клиенты. И, как вы можете заметить, наверху найдено клиентов, это 21 901 клиент. Я говорю: ну хорошо, а сколько у тебя постоянных? Они говорят: они все, наверное, постоянные. Я говорю: а как ты так решила? Но если они попали ко мне в базу, значит, они мои клиенты. И значит,
Исходя из этой цифры, можно строить модель бизнес-продаж. То есть я могу рассчитать, сколько они будут тратить даже там в одну покупку в год, чтобы как бы маркетинговый бюджет сформировать и знать, как мне дальше работать. Я говорю, подожди. 21 901 – это не значит, что это твои клиенты. Давай посмотрим, сколько из этой базы вообще хотя бы один раз что-то покупало. Вот это будет твой просто клиент, который к тебе пришел. И оказывается, что из этой базы покупало всего 15 818 человек. Вот видите, это я в фильтре выставил количество покупок от одной. Я говорю, вот твоя целевая база, с которой ты можешь работать. Она говорит, о, здорово, но значит, это мои постоянные клиенты, 15 тысяч, это же не так плохо, там почти 16 тысяч. Я говорю, нет. Это те клиенты, кто просто зашел там в кинотеатр, зашел к себе в ресторан. Как ты дальше с ними работаешь? Она говорит, ну, я никак не работаю. Они же мои уже клиенты, я просто им предлагаю качественный сервис. Я говорю, нет, давай посмотрим, сколько у тебя вообще лояльных и постоянных клиентов. Мы начали фильтровать. Постоянный клиент – это тот, кто совершает там не одноразовую покупку, а несколько раз. И таких клиентов, на ее удивление, оказалось всего 4567. Это те клиенты, кто совершил покупку от 2 там, до 10 раз. Он говорит, ну это же показатель такой низкий. Как мне его увеличить? Я говорю, в этом в дальнейшем разберемся. И посмотрим, как с ними работать. Она говорит, ну как? Я говорю, есть стандартная формула. Это коэффициент повторных покупок. Это процент клиентов, которые купили ваш продукт более одного раза. Он вычисляется по общей формуле, которая доступна. Это количество повторных клиентов на общее число клиентов. И вот здесь надо как раз вернуться к тому, что я говорил, что общее число клиентов – это не тот счетчик, который у вас в базе показывается. Его надо сначала отфильтровать, то есть тех клиентов, которые пришли хотя бы один раз. Вот это является вашим клиентом. И количество повторных клиентов тут в зависимости от бизнеса разное. Для ресторанов я советую не брать коэффициент 2, ну, две покупки, которые они совершили, а брать 3. Потому что две покупки они могут там один раз совершить, там на следующий год прийти. Лучше брать 3-4 там покупки, посмотреть, сколько их. И когда мы начали высчитывать, старый показатель у него был 0,17. То есть из 12 тысяч, это было год назад, у него тогда база была... Клиент, кто совершил один раз покупку 12 тысяч человек, всего 1418 совершили две более покупки. Коэффициент был 0,17. Я говорю, давай с этим работать. Она говорит, каким образом? Я говорю, сейчас все мы тебе сделаем, все красиво, посмотрим, сегментируем базу и найдем подход к каждому, каждой категории этого клиента свой. И вот внизу, который выделен уже коэффициент, это то, что мы сделали за год. То есть в данный момент у него показатель 0,29. Это достаточно хороший показатель, потому что 30% ее базы приходят и совершают повторные покупки. И теперь самый главный вопрос, наверное, который начался, как мы это делали. Сегментация клиентов. Чтобы заставить клиента повторно вернуться, надо выделить группы клиентов, потому что группы клиентов бывают очень разные. Первые клиенты – это которые приходят только на бизнес-ланч к вам покушать. Вторая группа клиентов – это те, кто ходят, допустим, отмечать какие-то праздники вместе с семьей, вместе там, с любимыми, бывает 8 марта, 14 февраля, день рождения. Также есть еще особая группа клиентов, на которые стоит прям очень сильно сделать акцент, это те, кто оставляет большие деньги. То есть такие группы клиентов есть, она небольшая, но с ней нужно максимально работать. В плане ресторана это, допустим, компании, которые могут прийти при среднем чеке 1200 рублей, оставить там 30, 20 тысяч, 15 тысяч за один раз. И они к вам будут приходить, потому что им нравится ваше качество сервиса. Им, может быть, не нравится пользоваться там скидками, потому что очень часто они даже не списывают баллов. Их цепляет нет, их цепляет сервис. И как работать с таким клиентом, мы тоже дальше поговорим, как мы с ними работали. Вот. Какие типы клиентов в вашем бизнесе есть? Это показывает вот этот слайд. То есть, как я говорил до этого, есть разовый покупатель, который совершает покупку случайно. Для пекарни я потом как раз кейс приведу, как мы это делали. Тоже там немножко другой элемент есть, но можно его использовать. Вот. Просто покупатель, кто знаком с компанией, ее ассортиментом, он выбирает компанию, потому что ему так удобно. Но также нужно понимать, что простой покупатель, который к вам ходит, он ходит в аналогичные бизнесы и в
ну, в других заведениях. Вот, постоянный покупатель – это уже тот, кто доволен сочетанием цены и качества и остается с компанией до тех пор, пока не найдет более выгодное предложение. Такой тоже сегмент очень большой. И лояльный покупатель – он не просто выбирает продукцию компании, но испытывает симпатию к бренду. Это вот я как говорил, компания, которая приходит постоянно к вам, оставляет большие-большие деньги. И здесь еще есть пятый пункт – это приверженность бренда. Мы его сейчас не будем рассматривать, потому что это немножко такой сегмент, который относится больше, наверное, к любителям там, продукции Apple, да, которые тратят большие деньги, все у них MacBook, часы, они всегда возводят их в какое-то там божество просто. Для них это супер-супер бренд, от которого они никогда не уйдут. В нашем же случае мы рассматриваем более репотребляемый бизнес, и вот приверженный бренд нам пока не нужно. Вот. Что мы сделали? Мы сделали ту же самую сегментацию с маркетологом ресторана. Я говорю, давай делить на сегменты. И просто начали делить на сегменты. Первый сегмент – это разовый покупатель, кто совершил от одной покупки. Таких оказалось 10 915. Кто совершил единственную покупку, мы их затегировали, то есть мы прям добавили тег к этому сегменту и написали, что это разовый покупатель, и чтобы в дальнейшем с ним работать. Второе был, это просто покупатель, ну, те, кто совершил там от 2 до 10 операций, ну, со средним чеком каким-то небольшим. Таких 4567 оказалось. И самое главное, после этого мы выделили тех, кто постоянно покупает. То есть это от 3 до 10 раз. То есть это те, кто ходит постоянно, ходит на какие-то праздники, на какие-то там свои дни рождения. И последний сегмент – это лояльный покупатель. Как вы видите здесь, если я покажу до этого, мы ориентировались на число покупок. То есть число покупок – это там от 3 до 10, что выделить. Но последний сегмент – мы выделили сумму всех покупок не менее 30 тысяч рублей. Почему это важно? Это как раз показатель того, как клиент тратит деньги. То есть это сегмент, который приносит основную прибыль. И таких всего оказалось 84. Вот. Идея какая была? Чтобы сделать из постоянных покупателей, которых у нас 4000 человек, лояльных покупателей. Это на самом деле возможно. Конечно, они не будут приносить такую прибыль, как настоящие лояльные покупатели, которые приходят там с друзьями, они богатые, они тратят много денег, но можно примерно до этой стоимости довести. Вот. И каждому к этому сегменту нужен свой индивидуальный подход. Самая сложная работа – это вот с лояльными покупателями, но мы нашли выход. Если посмотрим вот статистику по лояльному покупателю, по одному из них, то есть сколько денег он тратит, при среднем чеке этого ресторана 1200 рублей, тут сумма огромная. То есть это там вплоть там до 12 тысяч, до 15, до 13 тысяч доходило. И когда мы начали с ними разговаривать, почему? Нас устраивает качество сервиса, это близко находится. Я говорю, а что смотивировало бы прийти еще больше? Они говорят, ну, мы даже не знаем. И мы начали проводить разные гипотезы и предлагать этим клиентам что-то новое. То есть таким способом мы это делали. Мы предложили ему персональный сервис. Это первое, что мы предложили. Мы позвонили, поздравили его, что он у нас лояльный покупатель. Менеджер позвонил им по телефону, назвал имя, представился, говорит, вы очень для нас ценны, и мы сейчас предлагаем вам уникальный сервис. То есть, когда бы вы ни пришли, за вами всегда будет закреплен столик, даже его бронировать не надо, мы всегда вас качественно обслужим. Дальше меня удивило то, что в ресторане, ну, в обычном ресторане, когда мы приходили, не ставят воду. Я говорю, почему вы не ставите? Ну, у нас, говорит, это не принято. Я говорю, вот, давайте с лояльных покупателей тоже это начнем, что вы предложите им воды либо сок какой-то. Просто чтобы они как бы видели, что сервис у них отличается. Дарите подарки, напоминайте о себе. Когда у них выходил мерч у ресторана или какое-то событие, они первыми звонили лояльным покупателям и приглашали их на какое-то мероприятие с живой музыкой. Это тоже проявляло очень сильную такую лояльность, и что удерживало клиентов. И в этот момент он чувствовал себя очень особенным. Доходило даже до того, что когда вечером приходила такая компания, администратор приходил и вызывал им такси. То есть они приходили, видели, что вечером уже немножко все подвыпившие, и говорили, хотите, мы вызовем вам такси до дома, когда вы закончите у нас обслуживаться. И это был ага-момент, то есть такого другие рестораны не предлагали. На самом деле себестоимость вызова такси там 300 рублей, а когда компания оставляет 30, там, 20 тысяч, ну, это смешные деньги. Вот. И самое главное, какой от этого был профит, то, что они стали ходить в два раза чаще.
Почему так произошло? Мы, хотя мы со своей стороны думали, что они будут ходить не так часто, вот, но почему так произошло? Мы стали замечать, что те же клиенты, которые раньше приходили большими компаниями вечером, они приходить стали со своими бизнес-партнерами, с какими-то, со своими друзьями, чтобы просто показать, выделиться на фоне всех остальных в этом ресторане. То есть показать, что их обслуживают как-то по VIP. То есть это своего рода, не знаю, гонка какая-то, челлендж, что ли, чтобы показать, что они лучше и что их обслуживают по-большему, с большим сервисом. И это дало просто грандиозные результаты. Из этих 84 человек, которые приносили сумму примерно там в месяц там, до 800 тысяч, стала сумма 2 миллиона. То есть они приходят, тратят деньги еще больше, начинают приходить чаще, выпендриваются этим. Но это как бы дает свои результаты. Вот. Почему не нужно это как бы делать для всех, вот, допустим, в тем же там такси, потому что у многих других постоянных покупателей сумма человека не такая большая. И для них нужно немножко другое. Они приходят вроде как и за сервисом, но для них важна экономия. Вот следующий слайд как раз показывает об этом. Это группа простой покупатель и постоянный покупатель, потому что с этой группой тоже надо обязательно работать. Но вы не можете обзвонить всех 10 тысяч клиентов там на телефоне. Если той группе мы должны позвонить по телефону, это сказать, чтобы выделить это, то с этой группой немножко нужно работать по-другому. Как мы начали работать? Это мы начали предлагать какие-то сертификаты. При среднем чеке, допустим, 1200 рублей, обязательно мы подходили и говорили, что вы можете сегодня потратить 1600, ну, оставьте, точнее, сделайте покупку на 1600, и мы вам подарим сертификат на 250 рублей, там, на 300 рублей на следующую покупку. В голове у такого клиента сразу идет математика. То есть, ага, я хотел потратить 1200 обычно, теперь мне предлагают 1600, но я же получу 300 рублей еще на следующую покупку. Значит, в принципе, я могу здесь покушать гораздо больше, то есть на 1600 потратить те же деньги, потому что там 100 рублей разница для них уже не принципиально. И это начало тоже просто, ну, колоссально работать. Такие клиенты стали оставлять не 1600, там, они там 2000 оставляли, хотя до этого 1200 всего было. И это на... Вот, как говорится, на ментальном, что ли, уровне, когда ты понимаешь, что для меня средняя цена похода в ресторан должна стоить 1200 рублей, но потом приучаешься уже к нормальной цене 1600, потому что ты ее заплатил, получил какой-то сервис, тебе дали баллы, и ты уже воспринимаешь ее нормальной. В следующий раз, когда ты приходишь, ты уже не думаешь там о каких-то баллах, которые ты можешь потратить. Ты уже думаешь, я приду, потрачу опять 1600, мне опять какую-то там небольшую акцию дадут. Но это все повышает очень сильно средний чек. Вот. Также мы начали следить за остатком баллов у этих клиентов. Это вот в случае простого покупателя, потому что у постоянного покупателя... постоянно идет накопление баллов, списание, а просто покупатель, тот пришел 1-2 раза, и, допустим, первые 2 раза он копил баллы, а потом их все потратил. Для него вот здесь самое главное – это выгода. Выгода в том, что он что-то может накопить и потратить. Но когда он их тратит, и там со следующей покупки ему начисляется, грубо говоря, 30 баллов, он уже этой выгоды не видит, потому что он знает, что он туда придет, ну, как бы сэкономит 30 рублей, это не совсем то, что бы он хотел. Потому что такая группа пользователей, она самая большая. Для них нужно постоянно следить за балансом их баллов. И когда видеть, что, допустим, они пришли, и у них осталось меньше 30, это тоже можно сделать, используя фильтр. Мы просто начисляли им еще, допустим, 150 баллов или 200, когда мы видели, что он не приходит в течение месяца или там двух недель, и делали красивый текст. То есть мы вас поздравляем, вы для нас являетесь очень ценным клиентом. Мы давно вас не видели, и вот мы дарим вам еще там 200 баллов на следующую покупку, чтобы вы пришли к нам и как бы насладились нашим сервисом еще раз. И таких повторных продаж стало, точнее, не повторных продаж, таких повторных покупок стало на 40% больше. То есть если до этого клиент приходил один раз, два раза, то они начинали уже ходить 4 и 5 раз, то есть... Нет, не 100%, у них 50% баллов ресторана было списание. То есть, но когда, допустим, еще у тебя есть 300 баллов, а счет 1200, ты можешь все баллы списать, получается, потому что сумма чека позволяет тебе 600 баллов оплатить. Вот. Но нужно всегда за этим следить. И самый, очень прям самый главный момент, к которому мы дальше вернемся,
И я вам хотел бы его показать, но вот тут еще один слайд, сейчас я его проговорю. Вот. Это как раз сертификаты, которые вы предоставляете на повторные покупки. Это один из самых эффективных способов стимулирования повторных покупок. Это рассылка сертификатов. Но какую долю сертификатов клиенты реально будут использовать, как раз можно определить коэффициент использования вознаграждения. Это количество используемых купонов от общего числа купонов. Что это такое? Это вот, как я говорил, когда мы начисляли баллы или дарили сертификаты, мы сразу замеряли статистику, сколько потом этих сертификатов будет использовано. И вот здесь очень хороший пример. Посмотрите, это статистика использования одинакового сертификата на 250 баллов. Но в первом случае 100% просмотров и 92 человека его использовали, что нам принесло выручку 85 тысяч. И вот... Если посмотреть коэффициент вознаграждения, который мы до этого рассчитывали, вот, он составил 0,32%. И второй слайд – это точно такой же сертификат, Он был выдан 364 раза, 94 просмотра и воспользовались всего 36 человек. Почему так происходит? Вот тут самый главный момент. Когда мы запускали эти сертификаты, и мы видели низкий коэффициент, мы начали разбираться. Оказалось то, что клиент, когда оплачивает, ему приходит сертификат, он не всегда об этом знает. Этот сертификат выдавался в течение недели, вот, и он был доступен 2 дня всего. Ну, если вот такие вопросы есть, за какой период я могу отдельную презентацию... следующий вопрос, как добились такого количества просмотров. Это очень интересный момент. Вот. Ответ на него – проговаривайте ваши акции через персонал. Всегда проговаривайте ваши акции через персонал. Когда садится к вам клиент, вы должны ему сказать, если у вас выдан там сертификат от суммы покупки, что сегодня у нас действует акция, посмотрите, вам после этой покупки придет сертификат. Обязательно просите ваших сотрудников это проговорить. Потому что очень часто такое бывает, что люди даже не понимают, что будет выдан какой-то сертификат. Почему так происходит? Им приходит пушка. Вроде пушка должна все объяснить. Но как бы мы же понимаем реалии. У нас столько приложений установлено, столько пушек, и средняя конверсия по прочтению пушек вообще во всех приложениях – это 20%. То есть 20% людей, которым приходит пушка, ее открывает, какого бы она характера ни была. Если только сообщение там не от родственников, не от кого-то пришло, то да, там может быть конверсия 100%. Если это сообщение, пушка от приложения, которое вы установили, его открывает 20 раз. Если вы проговорите это с персоналом и покажете, как это, что он получит, и что вот в этом приложении вам сразу же сейчас придет конверсия, достигает там 100%. То есть, чтобы понимать, вот из всей той базы при тесте, которая у нас есть, там приходило там 2-3 тысячи человек, мы не могли всем сказать. Мы выделили прям 2 столика в ресторане, чтобы проверить нашу теорию. Мы выделили 2 столика, и вот этим 2 столикам мы постоянно это проговаривали. То есть, вот в первом случае у нас 100% результат был. И конверсия повторных покупок – это 30%. Ну, это просто... колоссальный результат, который мы получили. Поэтому обязательно все такие моменты нужно проговаривать с персоналом. Ой, извините. И вот здесь есть один такой большой нюанс. Если вы проговариваете с персоналом, персонал очень часто не любит это делать, нужно относиться к персоналу как к партнерам. Об этом вот я чуть дальше расскажу уже, почему нужно это относиться, и на примерах вам приведу. Вот. Также, если у вас есть сертификат о какой-то сумме покупки, вы тоже должны это проговорить. Смотрите, еще интересный момент. Когда мы тестировали, в панели администратора можно настроить, что выдавать сертификат от такой-то суммы покупки. Он бы выдавался всем. Но не все сотрудники были этому обучены, так как в рамках теста мы всего 2 сотрудников на 2 столика обучили. Что мы в этом случае делали? Мы просто сделали сертификат, который можно получить по ссылке сертификат, скопировали этот QR-код, распечатали, отдали его персоналу, и персонал приходил и уже говорил, ребята, сегодня вот такая акция вот для этих 2 столиков, вы можете этот сертификат получить.
Вот. Если у вас сумма будет, допустим, больше, чем 1600, я вам подарю сертификат лично. То есть он показывал прямо на своем телефоне корку от этого сертификата, и клиент его сканировал. Это нужно было только для теста, чтобы отсечь основной поток, чтобы как бы минимизировать количество людей, которым мы этот сертификат хотели подарить и проверить нашу теорию. Потому что всегда нужно тестировать на небольшой выборке лиц. Если сертификат выдается вручную, то это уже немножко такой спорный момент тут, потому что вы раздаете сертификат вручную в основном всей своей базе. И там вот как раз 10-20% его посмотрит и решит, воспользоваться ли им это. Это такая, ну, как бы статистика общепринятая, но мы сейчас хотим как раз решить некоторые моменты и сделать получение сертификата более целенаправленным, чтобы, может быть, когда к тебе приходил сертификат, и человек заходит в приложение, у него сразу прямо открывалось окно, что пока тебя не было, тебе начислили вот этот сертификат, посмотреть, если ты его еще не посмотрел. Но об этом, я думаю, мы следующий вебинар проведем, когда будем рассказывать о том, как мы хотим развивать наше приложение, какие приложения, какие у нас идеи к этому есть, вот как раз по улучшению этого сервиса. Так, ваши сотрудники, ваши партнеры по бизнесу. Вот это нужно помнить всегда, вообще всегда. Интересный был момент, очень прям, который меня, ну, я просто был в шоке. Мы работали с маркетологом крупной сети ресторанов тоже в Казани. И когда я пришел, когда начал рассказывать про сегментацию базы, она сказала: «Стас, так, стоп. Это, конечно, все хорошо, но ты понимаешь, говорит, я сижу на окладе. У меня, говорит, оклад 45 тысяч». Если я это буду делать, мне это никак ничего не стимулирует, потому что у меня вот оклад. Мы разговорились потом с директором, я говорю, а почему у них оклад? Ну как, это же, говорит, наемный сотрудник. Я говорю, ну это хорошо, наемный сотрудник, а как ты хочешь, чтобы он у тебя повышал твой уровень продаж, как бы делал тебе результат? Он говорит, ну никак, я же плачу ей деньги. И вот здесь самый такой минус, никто не будет к вам стремиться, чтобы сделать какой-то супер-супер результат, если вы не будете с ними больше партнерами. Потому что человек должен получать как бы в соответствии с своей работой. И когда я ему сказал, ну подожди, если же ты будешь больше зарабатывать и будешь ей какой-то процент, ну, грубо говоря, там 10% платить от дополнительного заработка, который она принесет, это же тебе лучше. Он говорит, так, ну смотри, если, говорит, она принесет мне 3 миллиона, я что, ей должен, говорит, уже помимо оклада 350 тысяч заплатить? Я говорю, конечно, потому что она делает тебе гораздо больше результата, это в ее интересах. Она тебе может потом и 9 миллионов, там, я не знаю, и прям сутками не спать и 12 сделать, чтобы получать огромную зарплату. Он говорит, нет, так не работает в нашей системе. То есть есть оклад. Я говорю, но если такого не будет, то и сотрудники не будут мотивированы. По поводу вопросов вот там тегирования я потом уже чуть попозже расскажу тоже, потому что это уже в системе все есть. Вот, то есть относитесь к вашим сотрудникам и к вашим там маркетологам и официантам как к вашим партнерам, потому что они должны быть мотивированы сделать для вас результат. Только тогда это будет все работать. Если же вы приходите к сотруднику, который сидит на обычном окладе, там, 20 тысяч рублей, который просто разносит чай и блюда, и ему скажете, вы должны делать еще работу, вот это все проговаривать, а они будут на это забивать. Вот серьезно, даже там из-под палки, если и как-то, они будут забывать про это, потому что у них... Ну, они пришли на эти деньги, и когда им говорят, что что-то ты должен сделать еще, он говорит, да как так-то? Я пришел, я отрабатываю эти деньги. Вот мне платят, все, я буду только делать то, что было обговорено до этого, я должен там относить блюдо, приносить, смотреть, считать. То есть только все, дополнительная работа мне не нужна, потому что у меня зарплата не космическая, и мне от этого никакого профита нет. Вот. Это хорошая вот фраза, будет ли маркетолог работать эффективно, работа за чистый оклад. Какая его мотивация? Да никакой мотивации не будет, это просто наемный сотрудник, который будет делать то, что он привык. И он не будет ни в каких цифрах разбираться. Вот. И поэтому работа перекладывается либо на вас, либо же договориться все-таки с маркетологом и сотрудниками как-то на какой-то бонус, если он будет это проговаривать, и для этого как раз есть KPI, вы можете там поставить, чтобы они больше приглашали, больше проговаривали. Если взять, допустим, те же самые Макдональдс, у них прям эта система расписана, у них сейчас не просто час оплаты, у них еще и премиальные за то, что они там какие-то дополнительные товары продают или проговаривают. Давайте как бы на этом остановимся. Я хочу закончить вот именно это сегментирование ответом на вопрос, что такое тегирование клиента. Тегирование клиентов
Это когда вы выбираете вот этих клиентов, допустим, отсеяли, вот постоянных покупателей, и у вас сейчас есть возможность добавить им теги. Вот они наверху, как раз там же, где пригласить, дни рождения, экспорт в Excel теги. Почему это важно? Вы выделяете эту всю группу, пишете, что это постоянный покупатель, и начинаете с этой группы через тег работать. Вы можете отправить им индивидуальную пушку, отправить им какие-то баллы, и после этого в статистике, выбрав этот тег, посмотреть, насколько изменилась эффективность и частота покупки этой самой группы. То есть для этого как раз нужно тегирование. Вы просто задаете какое-то название, то есть вот постоянный покупатель, или же, допустим, когда к вам приходит девушка какая-то, покупает все для детей, и вы понимаете, что это покупатель там, для деток. То, что если вам пришла детская одежда, надо этому покупателю отправить какую-то информацию, что обновился детский гардероб в вашем предложении. Так, сейчас вернемся. Вот. Так. Работа с обратной связью. На самом деле это тоже прям колоссальный инструмент, который вам очень много расскажет о вашем бизнесе. И та же самая статистика, насколько бы он не был удобен, его вообще почти что не открывают. Очень мало людей, кто работает с обратной связью. А это прям, ну, must-have инструмент для создания лояльного клиента. Решайте конфликтные вопросы быстро и качественно. Вот это основной критерий для того, чтобы удержать лояльного клиента. И даже я сейчас расскажу на примере, на своем, как это у меня получилось в других компаниях, и какую мы практику сейчас применяем, и как проводим обучение в тех компаниях, с кем мы по маркетингу работаем. Я люблю пиццу и роллы. Я не люблю ходить достаточно в ресторан, но я люблю заказывать это домой. Мы там с женой, с ребенком постоянно сидим, смотрим сериалы, и мы постоянно заказываем пиццу либо роллы. У нас есть две компании, которые, как бы, на наш взгляд, являются хорошими, которым мы доверяем и в которых мы постоянно заказываем. Это Папа Джонс и Nightbox. И случилось неожиданное. В течение года произошло такое. А, вот это цена, которую я трачу в год. То есть я посчитал, сколько примерно у меня в год выходит. За последний год у меня по пицце 36 тысяч вышло, роллов 27 тысяч. То есть я являюсь их полноценным постоянным клиентом, потому что при сумме тоже среднего заказа 1500-1600 рублей я им приношу такие деньги за год. И они должны, как бы, меня обслуживать. Они должны все делать так, чтобы я не ушел к другим конкурентам. Что же произошло? В случае с Папа Джонс в один из заказов мне привезли пиццу через 2.5 часа. Ой, я тоже на все эти вопросы, Максим, попозже отвечу. Мне привезли пиццу через 2.5 часа. Я оставил сразу отзыв, потому что за это время уже пицца остыла. Ну, ее есть просто невозможно было, потому что горячую привозят, она вся тянется. Когда тебе привозят уже остывшую, там уже такого качества не получаешь. Я оставил отзыв у них на сайте, и мне перезвонили через 3 минуты. В случае с роллами мне привезли, ну, как бы, была такая заветренная рыба, которая уже имела свой запах. Я тоже оставил отзыв, мне позвонили только на следующий день. Но сам факт того, как они решили эти мои проблемы, это вот говорит о многом, и нужно перенимать опыт у лучших, и вот смотрите, что произошло. Когда мне курьер привез пиццу через 2.5 часа, мне перезвонили через 3 минуты. Через 3 минуты. И сразу же сказали: извините, это наша вина, мы ее сейчас исправим. Как вам удобно это исправить? Вы сейчас просто можете эту пиццу куда-нибудь выкинуть. Я вам обещаю, что мы через 30 минут к вам привезем точно такую же в теплом, в горячем виде. То есть они не стали разбираться, почему так произошло. Они сразу признали свою вину, поменяли заказ. После этого менеджер еще позвонил 2 раза, попросил, говорит: оставьте, пожалуйста, отзыв, что я ваши проблемы все решил, потому что, говорит, у меня тоже сдельная оплата, и если такие приходят, там очень сильно по минусу бьет. Я сейчас, говорит, любые ваши вопросы решу. Я, говорит, сам приеду, либо своего, говорит, помощника попрошу привезти. А это была зима, там сугробы, уже ночь, там уже по 12 часов вечера было, но они прям мои проблемы решили. Плюс он говорит: я вам сейчас пришлю индивидуальный код, который вы можете потратить при следующем заказе и выбрать еще 2 пиццы в подарок. То есть, по сути дела, я получил 6 пицц за один свой заказ. И вот эта лояльность, она меня заставляет постоянно к ним возвращаться, потому что я знаю, даже если будет какой-то косяк, мне его исправят. Это вот именно лояльность компании, то, что они ценят таких клиентов.
И вот, пример, с другой доставкой ролла, мне позвонили на следующий день, и первое, что они сказали, вы точно были уверены, что оно не свежее? Как вы вообще это определили? То есть у них уже недоверие к клиенту. Вот, то есть у них недоверие к клиенту, и мне от этого немножко было тяжело. Мне приходилось оправдываться, что действительно я никого не хотел обмануть, что действительно была такая рыба, на что мне отвечали. Нет, у нас мы готовим из нормальных продуктов и свежим. Мы не понимаем, как это произошло. Скорее всего, вы что-то путаете. Но в целях решить вопрос, давайте мы вам просто скидку 15% на следующий заказ дадим. Но, ну, наверное, тут не стоит ничего говорить, что у меня следующего заказа вообще к ним никакого не было, потому что у меня уже полностью упала лояльность к этой компании. Я знаю, что если что-то произойдет, с меня опять просто попытаются взять каких-то денег, применив какой-то купон. Ну, на 15% следующей скидки, которую я бы так мог где-нибудь там в delivery найти. То есть вот разница между двумя составляющими и двумя разными компаниями, как они относятся к лояльному клиенту. Поэтому, если вам приходит по обратной связи какой-то негатив, или же в обратной связи вы просто видите, что поставили там 3, там 2 звезды, даже иногда просто 4 звездочки вам поставили, ничего не написали, пожалуйста, перезванивайте клиенту, узнавайте, почему так произошло, решайте этот вопрос. Потому что цена вопроса может быть, ну, достаточно сильной. Вы потратите небольшие деньги, но этот клиент у вас будет постоянно заказывать, и в течение там, 5 лет может вам там 150-200 тысяч принести. Вот. Цепляйтесь за этих клиентов, умейте работать с этими клиентами. Клиенты сами подскажут вам, что они хотят и какой сервис им нужен. Это тоже относится к обратной связи, потому что это очень важный момент. Клиенты очень часто неосознанно пишут то, что вы можете улучшить. То есть они могут это задать какой-то вопрос, и в этом вопросе будет крыться ответ, что нужно сделать в твоем сервисе, чтобы быть лучше. Вот, это кейс у нас пекарен казанских или дополнительные 14% прибыли, как мы сделали за один день. Ну, за один день мы сделали функционал, то есть его включили, потому что EDS это позволяет. И в течение месяца у них прибыль возросла на 14%. Почему так было? Это все произошло из-за нескольких отзывов, которые были однотипными. Вот это один из отзывов. Прихожу вечером, и выбора почти нет. Так как это пекарня, когда мы приехали узнавать, почему так, он мне объяснил, он говорит, мы, говорит, не можем производить больше товара, чтобы он оставался на следующий день, потому что это все-таки товар, который уже не будет таким привлекательным, то есть он не будет теплым, не будет этим, и мы стараемся сделать так, чтобы у нас под 6 вечера все раскупили. Ну, остаются какие-то там небольшие позиции, которые мы стараемся допродать, чтобы минимизировать потери. Это все понятно, это все прекрасно, это все правильно, потому что никто не хочет терять. Никто не хочет терять большие деньги. Я ему сказал, ну так подожди, вот же у тебя, вот же твой вопрос. Как бы прихожу вечером, и выбора почти нет. Что нужно делать? Он говорит, а что нужно делать? Я говорю, у тебя есть возможность включить предзаказ просто. У тебя, говорю, позиции по прайсу все включены. Включи предзаказ. И мы сделали предзаказ, отправили всем пушку, чтобы сделать заказ до 18:00 и забери его в удобное для вас время до закрытия. То есть почему так происходит? Потому что люди возвращаются с работы, они усталые, готовить им неохота. Они заходят, чтобы купить какие-то пирожные, треугольники своей семье, а там их нет. И мы включили предзаказ, отправили пушку, что вы можете собрать эту корзинку, оплатить ее, и после 18:00 вы можете прийти и забрать. Все, на 14% за все заказы. Люди уже не стали писать вот такие отзывы, где ваши, а стали просто пользоваться функционалом приложения. То есть они стали выбирать, заказывать, и когда им приходили, самое интересное, что если бы он пришел в обычный день купить, ему бы все, ну, в пакетик завернули эти треугольники, все нормально, как бы ему отдали, он был бы доволен. А здесь, так как у нас еще было время этот заказ сформировать, мы писали прямо на пакетик его имя, там, желаем вам хорошего вечера, желаем вам приятных там теплых отношений, как наши теплые треугольники. И вот это сработало очень круто. То есть мы даже не рассчитывали, что за месяц на 14% выручка у сети возрастет. Вот сейчас этот показатель немножко побольше, потому что они открыли еще 2 филиала. И как бы стараются вот максимально всем донести то, что предзаказ это очень удобно, и вы можете после работы просто зайти и сразу его забрать. Вот некоторые там подключили оплату сразу же, когда ты можешь оплатить, некоторые просто делают, что можно предзаказ собрать, оставить комментарий, прийти и также на кассе, допустим, его оплатить. Вот. Это что мы делали. И
почему мы это делаем. Вот, это как бы такой один из слайдов, он будет заключительным, у меня еще потом будет это слово как бы от себя добавить. Рынок становится на самом деле максимально конкурентным. Клиент сейчас более образован, они там путешествуют, они знают, как должен быть сервис в отелях. На том же самом примере вы можете себя вспомнить. Когда вы, вот даже мой пример, когда мне говорят, поезжай в Сочи отдохнуть, я говорю, не, я поеду все-таки в Турцию, потому что в Сочи я не получу такого сервиса, как в Турции. Но те, кто не был в Турции, они спокойно ездят в Сочи. И таких людей становится с каждым годом все меньше, кто понимает как бы разницу в сервисе обслуживания. Да, предзаказ день был, да, все правильно. Вот, кто-то там посещает дорогой ресторан, и они уже, приходя в ваш ресторан, начинают его сравнивать. Почему так происходит? Потому что если мы возьмем, допустим, бизнес 20-летней давности или там 15-летней давности, вот у нас в Казани открывался... Нет, я не спорю, что есть хорошего в Сочи с хорошим сервисом. Просто очень много как бы в Турции отелей, которые предоставляют прям суперкачественный сервис. Вот, я к этому говорю. Но вернемся к тому, что 15 лет назад у нас открывался в Казани ресторан японской кухни, это была Филадельфия, и весь город о нем знал, потому что он был единственным. И у них особо они не смотрели там за качеством сервиса, и на самом деле это не было нужно, потому что это был как бы уникальный ресторан, где ты мог это попробовать. И никто не знал, как действительно должна выглядеть эта японская еда, как должны эти роллы быть. Но ты приходил, ты пробовал и думал, наверное, так и должно быть. И все, этим пользовался, и поэтому у них был трафик. Сейчас, если мы посмотрим, допустим, на те же самые рестораны с роллами, их просто вообще, ну, их очень много. Их очень много, и идет такая конкурентная борьба, когда ты приходишь в одно место и говоришь, нет, оно уже не такое качественное, я там попробовал в другое, приходишь в другое, говоришь, а теперь вот этот лидер, но я пойду еще в другое какое-нибудь место. То есть идет прям супер-супер борьба за конкурента, за клиента точнее, за конечного пользователя вашего. Вот, поэтому сейчас нужно максимально в каждом бизнесе строить систему лояльности и клиентоориентированность, потому что только это вам поможет как-то стать лучшими. А все, наверное, хотят стать лучшими в своем деле. Вот, поэтому мой посыл, чтобы вы сами поняли, как разбираться, зайдите просто в админ-панель, посмотрите вот этих сегментов. Сейчас я просто покажу вот этот слайд, который у нас до этого был. Сколько там возможностей по фильтрации. То есть вы можете посмотреть там последнюю покупку. На последнюю покупку это тоже очень много влияет, потому что это те клиенты, которые максимально в данный момент активны. Вы можете посмотреть тех клиентов, кто за месяц к вам приходил, значит, они максимально активны, и по статистике такие пользователи открывают пушку там до 50%. То есть вот вы отправляете пушку, и 50% пользователей открыли, потому что они еще горячие, они только вот от вас пришли недавно, они знают ваш бизнес. Если вам это все понравилось, и качество сервиса удовлетворило, они хотят опять к вам вернуться. Вот. Выделите также тех, кто, допустим, к вам год уже не ходил. Попробуйте хотя бы выделить базу, это будет база, там, допустим, 500-600 человек, но у вас есть номера, позвоните хотя бы там 20-30 людям и спросите, почему вы к нам не приходите, что мы можем сделать, чтобы вы к нам пришли. Потому что по статистике, если вы возьмете 10% от этой базы и позвоните, вы поймете на 90%, почему другая база к вам не ходит, ну, те, кто, допустим, год к вам не ходил. Это прям очень-очень мощный инструмент в работе с клиентами. Вы там вон, количество баллов можете отслеживать, и тех, кто, допустим, сколько пригласил, и кто там по источнику трафика, акционный, не акционный пришел. Обязательно все это делайте, это интуитивно понятно, потому что они все подписаны. И, ну, как бы вы сами, когда начнете разбираться, вам будет в дальнейшем интересно. Это как игра на какой-нибудь бирже, где постоянно курсы растут. И вот вы с каждым этим сегментом начинаете работать, видите этот результат, как эти клиенты приходят к вам довольны, там, благодарят вас. Это, мне кажется, самая главная фишка бизнеса, чтобы получать от этого удовольствие от работы с вашими клиентами. Так, ну, вроде как, на сегодня это все. Потому что максимально как бы такой большой функционал я не могу по времени уложиться. Если вам зашел такой формат, я как бы еще буду продолжать тогда делать вебинары, рассказывая о том, как, допустим, мы по месяцам работали с клиентами, как мы использовали другой функционал, который у нас есть,
как таргетинг там проводили, как мы в совокупности сработали с инструментами, потому что нельзя сказать, что UDS занимает все инструменты. Нет, всегда нужно все как бы в связке, чтобы работало, потому что и как работать с WhatsApp вместе с UDS, как там с клиентами оповещать их, если они, допустим, пушки не смотрят, как работать с тем же самым Инстаграмом, насколько влияет первая визуальная часть оформления карточки или, допустим, тех же самых баннеров в привлечении новых клиентов, потому что визуал тоже имеет очень-очень мощную такую энергию, которая позволяет клиенту уже захотеть к вам прийти, потому что я сам по профессии дизайнер и UX-инженер, и много об этом знаю, и как бы стараюсь эти все фишки принести в это приложение, но это отдельная тема, она очень долго занимает время, но если вам интересно, я могу о ней тоже очень рассказать. Как мне это будет приятно. Так, будет доступна статистика по открытию пушек. В данный момент мы сами не видим открытия, но мы делаем сервис, который вам поможет увидеть, сколько пушек, допустим, открыто. Это легко сделать. Сейчас ребята уже пишут задачу по этому направлению. То есть, ну, не в ближайшее время, в скором времени мы как бы ее объявим. Да, по поводу вот как раз типов бизнеса. Я сейчас рассказывал на примере, допустим, тех же самых пекарен, больше ресторанов. Если вам интересно, я могу прям другие типы бизнеса рассказать, потому что в других типах бизнеса, ну, немножко тоже нужен другой подход, потому что мы сколько тестировали, мы понимали, что некоторые инструменты нужны в совокупности с UDS, тот же самый Инстаграм, допустим, который будет в связке с салонами красоты и стоматологиями работать отлично, как мы там работали с блогерами, которые как раз рекомендовали скачать UDS, насколько это эффективно было в салонах красоты, ну, поднять тех же самых повторных продаж через, допустим, сторонние сервисы в связке с UDS, потому что это все... Ну, для каждой категории бизнеса нужен свой индивидуальный подход. Так, вот вопрос хороший. Итак, на каких условиях вы поддерживаете такие компании, о которых рассказываете, это тест или на платной основе? Нет, на самом деле все случилось случайно, потому что мы пишем функционал для вас, и когда мы видим, что его не используется, у нас вопрос, почему не используете вы его? И лучшим решением для нас, так как мы находимся как бы центрально в Казани, мне было поехать в те компании, кто находится в Казани, и как бы с ними поработать, посмотреть, сделать им результат, понять, как этот результат влияет на конечное видение нашего продукта. Просто из-за этого мы делаем это все на бесплатных условиях, потому что это нам нужно в рамках теста, чтобы наш продукт сделать массово лучше, чтобы мы понимали, с какими проблемами, допустим, сталкивается бизнес, и он не понимает, что такое там LTV, то есть те же самые покупки, и как сделать так, чтобы он это понимал. Ну вот мы делаем всегда улучшение, приезжаем к ним и потом говорим, смотрите, если ваш маркетолог, допустим, это не сделает, поймете ли вы сами, если мы сделаем автоматизацию этого, потому что вот мы замерили, что этот инструмент при правильном использовании 20% прибыли дополнительно приносит. И вот как раз после этого сейчас вот у нас новое направление, это автоматизация будет, о которых мы в Турции рассказывали, на которых еще на дне рождения компании начали заикаться, а на итогах года мы, скорее всего, уже покажем более-менее прототип, как эта автоматизация будет работать и в какие сроки ее запустим. Также там в Турции мы показывали визуал новый для привлечения и активации клиентов как новых, так и старых. Вот обо всем поэтому я хотел бы, наверное, в другом вебинаре поговорить, потому что тут немножко тема о другом была, а там уже о привлечении. Здесь все-таки больше о лояльности, об удержании имеющихся клиентов. Так, сейчас еще посмотрим. Ну, на некоторые вопросы я пока сейчас не смогу ответить. Вот можно ли настроить распределение заказов в кафе по точкам. Я их выпишу, и, скорее всего, такие вебинары будут проходить раз в неделю или раз в две недели. И я перед каждым вебинаром, вот сейчас я все вопросы запишу, отвечу на эти вопросы. Потому что сейчас так быстро, как бы моментально я на некоторые вопросы ответить не могу. Угу.
Вот. Ну, все вопросы я вот напишу, запишу и на них отвечу. И как можно поучаствовать в таких тестах, потому что это очень хороший вопрос. Нам нравятся компании, которые хотят в этих тестах участвовать, потому что как бы это ни было, ну, не звучало комично, когда мы приходим даже в компанию в Казани и говорим, мы сейчас вам поможем сделать результат, поможем все настроить. Многие компании говорят, не-не-не, братан, нет-нет-нет, мы сами лучше все знаем, нам не надо ничего делать, вы у нас ничего не сделаете. Как бы мы в этом уверены, и мы со своей стороны даже говорим, да мы сами там сделаем, давайте мы вам попробуем в рамках теста конкурс какой-то провести с другими компаниями, настроить как-то кросс с другими компаниями. Говорит, нет, мы знаем лучше, нам ничего настраивать и помогать не надо. И если есть компании, которые хотят вот в этом поучаствовать, можно тоже отдельный вебинар создать, я расскажу, какие категории мы сейчас хотим рассмотреть, и вы можете просто там во время вебинара дать ссылки на компании, и мы проведем какой-то их анализ и выделим там на дашборде, попробуем сделать им какие-то результаты, чтобы вы сами как бы почувствовали эффективность этих инструментов, когда ими правильно пользуются. Ну все, у меня просто по времени уже заканчивается, у меня сейчас другие как бы начинаются мероприятия с командами, поэтому всем огромное спасибо, надеюсь, информация оказалась полезной, это как бы первый вариант вебинара в таком формате, вы меня простите, может быть, что-то там я недосказал, может быть, как-то неправильно провел этот вебинар, потому что формат для такой для меня новый, обычно мы рассказываем о тех фичах, которые мы делали, показываем какие-то баннеры сразу результатом. Здесь он более такой философский подход, как мы это видим и как, в принципе, мы советуем работать с вашими клиентами, как там частично использовать функционал и как найти подход такой более философский уже. Все, большое всем спасибо, хорошего вам всем дня, отличных выходных, не болейте. Все, до скорых встреч.